Ребята, вышла на рынок за отравой. Как я вам показывала, жуков, пауков своих, непонятно, что у нас там. Вот побежала сейчас. Надо купить что-нибудь, не знаю. Столько советов было. Спасибо всем большое. Конечно, буду пробовать все. Что-нибудь да поможет, может быть, надеюсь. Ну, не знаю, у меня такой шок, конечно. Я сама не поняла, как увидела. Я даже села там на пенек, сидела, пока там кое-что делала. И смотрю, они даже под ногами у меня лазят. Короче, у меня такая паника. Я даже не знаю сама, что и как. Не зря ли я посадила этот огород. И теперь неизвестно, что там вообще у меня вырастет с такими неизвестно кем. У нас здесь такой асфальт сделали. Классный. Смотрите. Всю дорогу. И здесь вот по Комсомольской. Молодцы. Так что теперь у нас здесь асфальт. А то вечно здесь такие были лужи, ямы большие. И невозможно было ни машине проехать. Ну и как бы и нам тоже ходить по этим лужам. Вот. Так что хочу поблагодарить всех за комментарии, за отзывы. Сразу все девчонки отозвались, многие написали, что да как. Ой, я не знаю, но у меня там, говорят, можно еще от слизня скорлупу яичную. Я там собирала очень много у нас, так что есть, надо ее раздолбать еще, эту скорлупу. И посмотрим, что там будет. Посыплю. Андрей ее собирал когда-то. Он мне сказал, что она очень хорошо помогает. В общем, машин здесь ездит очень много сейчас, потому что дорогу новую сделали. И теперь прям трасса. Люди, конечно, наверное, взвоют еще. Ну, вроде хорошо, что дорога хорошая, но машины теперь здесь прям так и будут гонять. Ну вот, Андрей когда-то собирал эту скорлупу, и он говорит, что это очень хорошо от слизней. Но я тогда еще говорила, да ладно тебе, ерунду еще эту собирать. Вот, а так что еще и пригодится. Будем все пробовать, кто что советовал. Ну, еще куплю отраву самую, может быть, еще отрава поможет. Ой, не знаю, не знаю. Я как пришла сегодня, как увидела, так мне шок вообще. Это просто так тьма, просто тьма. А у нас такая жарища на улице. Время вот и сейчас 11:30, а у нас 30 градусов жары. Ужас, духота, жарко. Вот сейчас еще более-менее, а вчера вот после обеда уже прям, знаете, как суховей. И духота, духота до самого вечера, душно прям. А я, если вы видите, челочку сделала себе. В общем, обросла. Челка у меня обросла, я уже ее стригла, но она опять уже выросла. Мне некогда сходить в парикмахерскую. Сейчас записалась, не сейчас, а вчера записалась и в парикмахерскую, и на ногти, что еще, и ресницы. В общем, сразу все записалась, запланировала. Так что пойду приведу себя в порядок. Скоро у меня отпуск. Но я в отпуске, наверное, буду одна. Буду делами заниматься, отдыхать. В общем, вот так. Без Андрея, конечно, плоховато. Сейчас бы, если бы поехать куда-нибудь, да просто даже съездить к друзьям, например, в Шиханы, я бы с удовольствием к ним съездила. Они нас приглашали уже не раз. Но все никак. То Андрей работает, то я работаю. День через день было такое. А так хочется развеяться, куда-нибудь съездить, отдохнуть. Все-таки отпуск. Ну, не знаю, время покажет. Еще неизвестно у Андрея, какой график. Они то так думают, то так думают. График. Не знаю. В общем, посмотрим, друзья. Здесь вот такие цветочки растут. Ой, какая красота, смотрите. Хорошо в своем доме, конечно. Но вот тоже, видите, как. То слизни, то еще кто-то. То пауки, жуки. Это розы, наверное, такие. Смотрите, какая красавица. Смотрите, какие красивые. Прелесть, какой куст. Прям вообще шикарный. И вот тоже, смотрите, какой куст. Ой, как красиво, смотрите. Там еще и грибочек. Красота какая. Молодцы, смотрите, как хорошо. Во дворе. Ой, сколько цветов там у них. Ой, молодцы, молодцы. Мне так нравится, у кого так вот цветов много. Так
Так, здорово. Ладно, друзья, почапала я быстрее, а то пока я ползу, магазин закроют. Ребята, я все гуляю. Села сейчас у фонтанчика подышать свежим воздухом, как говорится. У нас такая жара. Я сходила на рынок, купила отраву. В общем, они сами не знают, что это такое. Я им показала, говорит, ну, может быть, они не жрут ничего, а просто выселились где-то, может быть, от какого-нибудь дерева. Может быть, правда, там спиленные деревья, может быть, что-то завелось, но я еще посмотрю там. Ну, в общем, взяла еще дихлофос. И всего взяла, короче, будем сегодня вечером травить. А сейчас села посидеть, пришла в этот ВРКЦ, заплатить мне надо за квартиру. Раз уж я сегодня вышел, думаю, сегодня пройдусь и все сделаю, все дела. А там перерыв до 2 часов. Так что придется мне посидеть, подождать. Зашла в магазин, купила себе шлепки, босоножки. В общем, прибарахлилась немножко я. Дома все покажу вам. Ну, в общем, горшок купила для цветов. У меня замиокулькас почему-то никак не растет в керамическом горшке, и я решила вот пересадить его в новый. Так что вот так, друзья, такая вот здесь красота. Сижу и наслаждаюсь. Здесь тенечки. Нашла местечко, а так везде солнышко. Вот, посмотрю хоть на людей, а то все дома и работа, в помещении я имею в виду, и никого я не вижу. Здесь вот сижу, один знакомый прошел, другой знакомый прошел. Жарко, правда, сегодня очень жарко. Я никуда не вылазила эти дни, а сидела то на работе, то дома, и как бы в помещении. Я не ощущала такой жары. Ужасно жарко. Я захожу куда-нибудь, знакомый говорит, ты что такая красная? Я говорю, ну правильно, потому что там жара ужасная. Зашла в аптеку к девчонкам знакомым, у нас нет бы Ниссана, купила бы Ниссан себе. Девчата, ничего мне не идет, кроме моего любимого Ниссана. Взяла Ниссан, но там еще, в общем, он мне обошелся, я не помню, сколько же он мне обошелся. Ну, в общем, 300 с чем-то рублей, потому что у меня бонусы, спасибо, я ими еще рассчиталась. В общем, купила, так что вот так, буду опять его пить, мой любимый Ниссан. Ничего мне, кроме него, не помогает. Вот такой горшок взяла. И вот сижу. Можно было бы еще мороженое перекусить, но за ним надо идти, а мне лень. Так в тенечке хорошо, посижу здесь. Ребят, я уже дома, пришла, там такая жарища ужасная. Я иду и думаю, сейчас вот еще чуть-чуть пройду и прям упаду. Все, крякну. В общем, там так жарко, душно, не могу. Начала подходить к дому, смотрю, идут... Как это, чернота с одной стороны, но там сегодня был дождь стоял, но не знаю в прогнозе погоды, будет ли дождик. Вот, зашла, но сейчас солнышка нет, смотрю. Пришла домой быстрее в душ, сполоснулась и думаю, как же у нас дома хорошо. Весной было прохладно, да, но летом у нас всегда прям, и летом свежо. Что весной было, отопление отключили прохладно, но и сейчас у нас хорошо. Зашла, сполоснулась, вышла из душа, думаю, вот свежо, как халатик одела. Налила квасу, купила квас очаковский, такой вкусный квас. Я так, у меня горло пересохло, я зашла на хлебзавод, в магазин там у нас, купила кое-какие продукты. И, в общем, уже чуть не стакан выпила, начала вам снимать видео. Начала снимать видео, уже все, вот это вот все рассказала, представляете? Смотрю, у меня телефон отключился почему-то. Вот бывает же такое, сейчас еще раз гляну. Нет, записывает. Представляете, я говорю, вот записывала, ля-ля-ля-ля-ля, оно здесь хлобысь, и на тебе. Ну, в общем, вот так вот. Я говорю, в такую погоду можно умереть. Пришла, хорошо, вода есть, душ, сполоснулась, все, говорю, ой, господи, как же хорошо-то вышло. Вот. В общем, хвостик заделала, говорю, но только с хвостиком ходить, потому что в такую жару у меня волос, 3 волосинки. Я подумала, думаю, господи, бедные люди, у кого шевелюра на голове, как они спасаются в такую жару. Ну, в общем, вот так, друзья. Ну, хочу сказать сразу, поблагодарить вас, друзья, спасибо за добрые высказывания, за пожелания и за ответы. Я спросила, что за... Бяка у меня завелась в огороде. Многие девчонки мне ответили. Благодарю вас всех, девчата.
Вот, сразу начали советовать. Многие говорят, не знаем, не знаем. Мы видимо, в интернете посмотрели. Это вот то-то, то-то. Да, я так думаю, посмотрела, да, это... Ну, как его называют? Короче, жара подействовала. Я забыла, как он называется. Жук этот. Господи. Ну, в общем, ладно, вспомню. В общем, пока сидела там у фонтана, это солнце, сказывается, жара. Пока сидела у фонтана, читала ваши комментарии. Многие там советовали мне. Но я уже с того рынка ушла и пришла на другой рынок, а там уже было поздно. Время было почти 2 часа, уже ларьки закрылись, и я ничего не смогла купить от них, от этих паразитов. Но на том рынке она посмотрела, говорит, я чуть не знаю, кто это такие. Но она мне вот дала вот такой карбофос, средство от защиты насекомых, вредителей личинок. Возьми, говорит, дихлофос на всякий случай. Ну и, конечно, от слизни я взяла грозу. Грозу посоветовали многие девчонки. Кристина посоветовала. Спасибо ей большое тоже. Я сразу ей давай писать. И многие мне писали тоже вот про грозу. Это многие девочки написали. Вот. Я сразу большую взяла, потому что у нас их там обычно много. И вот они только-только начинаются. Думаю, сразу это обработаю. Взяла большую. Вот такие вот гранулы. Вот. Там были маленькие пакетики. Вот этот большой, вот знаете, девчат, 550 или 650 рублей. Вот этот большой. Сразу взяла. Маленький был 100 с лишним, но вот этот выгоднее. Потом взяла горшок вот такой. Это у меня замиокулькас, но никак не растет он в керамическом горшке. Мне кажется, может быть, от керамики никак. Вот решила вот такой для него взять. Он двойной, здесь темный с дырочками. И беленький вот такой вот. Ну, взяла, пересажу его в такой, но не растет тут, и все, бедный. Мне так его жалко, он такой хороший. Раньше он такой большой был. И что-то постепенно, ну, не знаю, погиб цветок. Вот один лист остался, и мне его жалко. Так хочется, чтобы он у меня разросся. Нравится он мне. Ну, в общем, вот так. Не знаю, пойду на огород, не пойду. Ну, как бы вечером-то я пойду, конечно. Если дождик пройдет, я, естественно, наверное, после дождя сыпать не буду. Надо, чтобы было сухо, и солнца не было, надо вечерком или ранним утром. Обычно вот это все я уже читала, слышала там. Вот, ну все. Потом взяла вот такие прищепки опять себе. Вот они стоят 80 рублей. Взяла в рубль-бум, зашла. Вот, короче, что я? А, молока зашла вот на хлебзаводе, взяла вкуснотеево 75. 5 мороженое по 31 рублю. Ну, как обычно мы берем мороженое, даже открывать не буду, сейчас уберу в морозилку. Сметанки 20%. Творожку, масло сливочное 82% и две ватрушки, ибо Ниссан свой любимый. Вот, потом взяла себе обуви, я же вам хотела показать, вот одни на мне шлепочки, вот такие взяла, кожа натуральная, 3800, вот такие. А, дождь пошел, легкие, удобные такие, фирма, что за фирма, Норка. Норка. Класс. Не пойму, что написано. Классман, что ли. В общем, какая, не знаю, фирма, но говорят, что она говорит, что это Турция. Вот. Это у них номера такие стоят. Ну, 3800. Ну, взяла. Хоть с платьем, хоть с брюками. Хоть с чем носить. И еще взяла одни. Босоножки. Вот такие удобные, но это эко-кожа, они 2800, но я взяла, знаете, я их как померила, они такие легкие, и смотрите, какая пятка, как раз для моих пяток, я одела, это вообще такие, такой массажер, я походила, говорю, все, я их забираю, в общем, вот так, вот такие легкие, удобные босоножечки взяла себе. У меня что-то наподобие какие-то были такие, но не такие мягкие. Эти прям мягкие-мягкие. Легкие-легкие. Ну, так, друзья, обновочки себе взяла. Эти вот 2800. Вот, короче, купила обувь, потратилась, поэтому решила пешком идти. Думаю, нет, не поеду на такси. Принципиально. В общем, вот так. Сейчас хочу пообедать, отдохнуть. Полежу, прям отдохну. А потом займусь делами уже. Ну, дождик пошел, да. Ну, не знаю, насколько какой дождь у нас будет. Да.
Здесь мой пузотик, щеночек, сейчас будем кушать мой сладенький. Ну, не знаю, мне кажется, он такой необлажной ненадолго. Вон, видите, там уже просветление везде. Но лучше бы, конечно, полил бы хороший дождь, полил бы мне огород. В общем, вот так, друзья. Очень я мальчишечка. Смотрите, какой я чумазенький. Да, чумазенький. Ой, ты мой хороший мальчишка.